много перемен. И сейчас так много вопросов, таких взаимоисключающих, что мне показалось интересным поговорить на тему, как от слов перейти к делу и как решиться вообще на большие перемены. Давайте начнем с самого начала. Всегда надо начинать сначала. Вот почему именно весной у нас, когда пробуждается желание чего-то нового, у женщин хочется новой одежды, мужчинам, наверное, хочется новую машину, новую работу, иногда новую женщину, новых эмоций мы хотим для того, чтобы эти эмоции нам предоставили телесное ощущение вот какого-то, может быть, покоя, а может быть, не покоя, интереса какого-то, или вообще ощущение счастья, что это такое. И почему, когда мы застаиваемся, все время в одном и том же пребываем состоянии, мы говорим, что наша энергетика, она напоминает вот как ведро, полное водой. Вот через 2-3, там, 4 дня эта вода уже не будет столь свежей, она все время в застое, да, и через некоторое время это может быть болотом. И вот вопросы такие, допустим, я хожу и мучаюсь от того, что не воспользовалась, не реализовала данные мне возможности извне. Наверное, по-другому сложилась бы моя жизнь. Мне сейчас хочется перемен, и поэтому я сейчас уйду в никуда с работы, потому что мне надоели мои сотрудники, мне не нравится главный редактор журнала, мне не нравится мой директор, который на меня постоянно кричит. Я хочу уйти сегодня в никуда. Брошу все, то, что налаживала очень много лет, брошу ремонт, мне надоела эта бригада, мне надоела эта квартира, мне не нравится цвет стен, я вообще хочу больше, вот пусть они все уйдут, я не буду делать ремонт. Много вот таких вот мелких моментов, когда садится человек на кресло, и вдруг ты понимаешь, что он даже не осознает, на каком этапе пути к переменам он находится. Я хочу перемен, давай, расскажи почему. Вот смотри, у того получилось. Вот он пошел в журналисты, добился огромного успеха. Пойду-ка я учиться на журналиста. Но это ведь счастье того человека, не твое. Что ты будешь? Вот расскажи мне, как ты видишь свою жизнь. И иногда и мужчины, и женщины начинают рисовать такие картинки, что смотрит человек 40-летний перед тобой сидит, а у него мечты вот инфантильные абсолютно, человека 17-летнего, еще даже не закончившего школу, не определившийся. Хочу букетов, цветов, хочу на тусовки, хочу, чтобы меня все знали, я хочу быть медийной персоной. Ну будешь дальше, что ты приобретешь? Я буду приходить на мероприятия и бесплатно есть. Мне будут давать бесплатную одежду. Это все? Все. Ты будешь от этого счастлив? Нет. То есть начинаешь приводить примеры вот так, вот так, вот так. Вот того и того, и того человека. Они создают впечатление счастливых? Нет. Давай дальше. Вот какая-то там актриса добилась успеха. Женщина открывает журнал, женщина на обложке, здесь она в таком платье, здесь она в таких туфлях. Она думает, так, пойду в Останкино, закончу телерадиоведущих. Закончила. И вдруг в конце понимает, что она никому не нужна, нигде никто не зовет. То есть ты можешь только приносить чай, писать беспрестанные сценарии, за которые тебя же будут ругать. Она говорит, боже, я потратила 1,5 года, я столько потратила денег, я не уделяла внимания своим близким, я опять шла не туда. Вот. Надо понять, что действительно человек может и сам устроить себе перемены. И я вот сейчас так удивляюсь, когда вижу заголовки, опять весна, время перемен. Там поет радио, перемен требуют наши сердца. Вот человек думает, так, я сейчас изменю все. Как это все? Ты не можешь поменять своих родителей, ты не можешь отказаться от своего ребенка, ты не можешь выгнать за шею своего мужа. Можешь теоретически. Но зачем? Будешь ли ты от этого счастливей? Вот мой муж бросит пить, и я буду счастливой. Не будешь. Потому что он будет злее, потому что ты будешь напоминанием ему о том, что он обещал и не сдержал свое слово. Да? То есть, ну, тут есть какие-то моменты, которые на полшага вперед женщина не продумывает. И опять, вот возьми свою жизнь в свои руки. И люди не понимают, что они, вот взяв жизнь в руки, могут ее задушить. Возьми судьбу в свои руки. Вот ты взяла ее и держишь судьбу. Ты, во-первых, не видишь помощников, которые лично тебе дает судьба. Ты не видишь тропу. Ты смотришь шаблон на чьи-то успехи и думаешь, что это твое счастье. Так не будет. Само стремление к переменам нужно понять, для чего оно человеку в данный момент надо. Значит, в данный момент что-то в его жизни его не устраивает. Мы находим, что не устраивает. Почему легче со специалистом? Потому что он задает грамотные вопросы. Он может задавать их абсолютно из разных областей, складывая определенную картину. Не тестирование, вот я не люблю это, А, Б, В, там, я не люблю штампы и стандарты, но уже к концу первого сеанса мы иногда можем понять, почему человек просит перемены. Иногда это абсолютно ненужное действие, и не надо их даже начинать, потому что очень многие мечты остаются мечтами, пусть они такими и останутся. Нужны действия. Для того, чтобы действовать начать, должно что-то произойти. Вот мне многие говорят, вот если есть любовь,
то всегда есть и действие, и ответственность. Неправда это. Все равно что-то должно произойти. Не выдержит жена, не выдержит любовница, не хватит сил уже у этого мужчины, и он как бы его выставят на улицу, или случится какая-нибудь неприятность или беда. Что-то должно произойти, прежде чем все это сдвинется с мертвой точки. Не надо, допустим, какие-то эмоции или чувства наделять уже свойственному человеку какими-то чертами, потому что и ответственность, и действие это все-таки должен совершать человек. И перемены. Перемены. Вот мы идем к переменам. Да, древние говорили, хочешь поменять свою жизнь, пойди в другую сторону. Да, за секунду меняется ветер. Но поменял этот ветер. И вдруг понимаешь, что все, что ты сделала, ни к чему не привело. Вы представляете, какой стресс для человека понять, что ты шел не туда. Хорошо, когда он понимает на каких-то определенных этапах, что это мне не интересно, мне не нравятся эти люди, мне не нравится этот предмет, я его учу через силу, я его вообще не учу, я проскочил. Я сдал там этот экзамен за деньги, а это основной профильный экзамен, мне потом всю жизнь этим заниматься. И в какой-то определенный момент дети приходят и говорят на третьем курсе, я не хочу учиться, вот надо уходить, вот здесь менять надо. И многие уговаривают, и здесь говорят, стерпится слюбка. Любится. И на первые две недели после замужества ты понимаешь, это не мой человек, я не уживусь. Нужно не дотягивать до развития большой проблемы, пока у тебя не будет мордобой или ты кого-то не подведешь очень здорово с угрозой жизни. Если вы хотите перемен, лучше один раз придите и разберитесь в себе со специалистом. Перед тем, как сделать какие-то большие перемены, вспомните один маленький пример. Я его уже, по-моему, даже приводила. Женщина пошла в косметический салон и стала с белокурой длинноволосой блондинки, брюнетка с черным каре. Ее муж выставил из дома, сказал, я хочу прежнюю Катю, верните мне прежнюю женщину. А представляете, я понимаю, что это не ноги, это вырастет, но женщина ходила в парике, потому что, говорил, я тебя вообще не хочу. Поэтому вот, если вы меняетесь в стиле для того, чтобы угодить своему близкому человеку, нужно все-таки посоветоваться с ним, возможно, есть какие-то черты, которые он совсем не хотел бы, чтобы вы изменили.